Накануне ансамбль народного танца «Саяр» Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета отметил свое 15-летие. 2 декабря в городском центре детского творчества состоялся праздничный концерт, посвященный 3-му юбилею ансамбля народного танца «Саяр». Для приветственного слова на сцену был приглашен директор Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета Махмуд Ганиев. Между номерами на сцене городского центра детского творчества были вручены награды, а также благодарственные письма за плодотворный и добросовестный труд участников ансамбля. Было отрадно видеть всех, во-первых, всех старых участников, да, которые у нас были в ансамбле, и видеть, как поколениями сменяются, циклами сменяются участники и молодых ребят, которые зажигают, у которых глаза горят на сцене и которые дарят нам свой креатив и творчество. Всегда мы знаем, что успех быстро нам никогда не дается. Это очень долговременная работа в классе, которая проходит не один час, который проходит мы по 10 даже часов с ними занимались, и в воскресенье, и в субботу. То есть нужно всегда трудиться, нельзя останавливаться. Нужно просто работать и любить свою работу. Если ты ее любишь, то всегда успех будет на твоей стороне. В юбилейном концерте приняли участие сразу 3 поколения ансамбля. Зрители с наслаждением смотрели любимые номера из репертуара «Саяр», молдавский танец «Жаворонок», современная постановка «Ожидание», номер «Сыны Отечества» и многое другое. Со сцены за вечер прозвучало множество поздравлений и пожеланий дальнейших успехов и самосовершенствования. Алина Красильникова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета, Универньюз.